Какие данные? Невкусно. Надо бы сбежать из этой тюрьмы. Корма невкусно. Прогулки не так часто. И даже мне еще здесь сидеть целых 5 лет. Это очень много. Поэтому я сбегу и буду сидеть 0 лет. Всем привет, ребята, и сегодня мы сбежим из тюрьмы Джоэл Блейк. Ну а вы перед началом ролика подпишитесь, поставьте лайк. Ну и на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Это мне поможет одна вещь за 450 робаксов. Угадайте, какая это? Пас, вот такой, ведь пасс. Она там находится, если... Угадали, то напишите в комментариях, какой это, какая это пас. Короче, и я угадал или не угадал. Ну, а я сейчас вам покажу, что это на самом деле. Это вот премиум гараж. Наконец-то, теперь я знаю, что я могу вот это делать. Спавнить. Но куда спавнить, я еще не знаю. Короче, изи. Изи вин. Пока еще не вин. Розыск Best Games. А я, короче, на Lamborghini смоюсь отсюда. Уи! Видели? Так. Оп. Вот это да. Ну, давайте попробуем. Я не уверен, что я смогу вот это сделать. Это же очень сложно. Для меня, для вас не знаю. Главное, чтобы не закрыли. Он даже рядом. Так, ладно. Давайте. Гонка. Все, мы приехали. Быстро. Что это за тачка вообще? Хотя бы как-то немного получше можно было. Хотя бы за 5000. А, не, за 5000 не бывает. Короче, ладно, все. Бежим. Уй. Опасненько. Смотри, сколько у меня жизни. Вообще, я должен идти. Бежать. Я живой. О, опять не живу. Я не живой. Все, я здесь буду жить. Ребята, я знаю, что здесь ничего не творится. Я застряла. О, давай. Ой, думал туда ходить. Фух, Lamborghini угнали. Угнали. Новый заспавнил бы. Видите, как у... О, вот это красотища. Так, ребята, в пончик нам надо. В пончик вот это грабить. Пончик. Пончики хотелось мне. Потому что грабители делают, что хотят. Пончик вообще не там ничего не делают. Ладно. Через час. Наконец-то. Я побита здесь. Все, побита. Ты... Фух. Так, ребята, я это делаю, потому что это... Я вот так краску сделала, не знаю, почему она так делает. Это да. Если еще турбо сделать, еще... Видите, как он улетел? Перемотайте и увидите, как он вообще улетел. Прикольно. Смотрите, какая. Да как на расстоянии? Я чищу. Lamborghini есть у него. Но краски нету. Вообще. Эх, все.
Я прячу в тюрьме. Теперь на 100 лет. Все, я буду сидеть. Грустить. Выпустите меня! Я сейчас вас съем всех. Я вас сейчас всех съем. Короче, пишу, что... Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Так вот, дневник, мой дорогой. Так, я вас всех убью. Вот так. Поняли теперь все, кто здесь главный? Смотрите, как сбежать, ребята. Изи и быстрее, чем ваша канализация. Тут я что-то заслужила. Пусть улетает. Но не так. Я по-другому. Я не заслужил. А ну, брызжа, что надо? Девочка. Или... Уи! Уи! Вот так! Спек! Все. Только немного поранился. Ладно, быстрее. Мне кажется, я в два раза больше времени потратил. Так, ладно, все. Вот это я понимаю следующий. О, свой. Ля-ля. Смотри, какой ламборджини. Смотрите, какая скорость. Вау. Бррр. Ничего здесь нету. Бежим. Что ты так? Чего ты так? Что ты за машина? Утопни давай. Уходи от меня, от меня. Вот это папандос. Короче, я хранил этот кейс для вас. Я хранил его просто по случайности. Пяу. Фиолетово. Короче, фиолетово. Ладно, ребята, я уже много раз бежал. Это бесконечно полиция меня преследует. На это все. Всем удачи и всем до новых встреч. Пока-пока. Ты кто такой? Наконец-то я снял видео. Все, могу опять бегать.